дорожной части моста уже ставят шумоизоляционные экраны. Вот видите, направляющие стоят, и сами щиты уже ставят. Установлено уже 7 пролетов, как мы вот сейчас с вами видим, дорогие друзья. Вот стоит манипулятор, щиты лежат вот в пачечках, и вот уже устанавливают. 7 пролетов готово. Вот хорошо мы сейчас видим с вами. Я приветствую вас, дорогие друзья, и начинаем свой очередной обзор с Крымского моста. Сегодня у нас 7 октября 2018 года. И начинаем мы его, как всегда, с района Цементной Слободки, с опоры 307 железнодорожной. И вот мы видим с вами уже пролеты, здесь все готово. На Цементной Слободке железнодорожная часть моста всегда была впереди планеты всей. Все здесь уже стоит, установлено, здесь уже активно ведутся работы по устройству гидроизоляции, по подготовке к устройству гидроизоляции, извиняюсь, дорогие друзья, еще самой гидроизоляции здесь пока нет. Ну вот, собственно, смотрите, какие красивые кадры, снимал я это вчера вечером в 6, где-то без 15:06 вечера, солнышко уже садилось и как раз хорошо подсвечивала. Температура на момент съемки была 13,5 градусов. Колотун-Бабай. И сильный ветер такой северный, пронизывающий, очень холодный. Но зато видимость, прозрачность, кто как назовет, была великолепная. Смотрите, какие кадры получились красивые. И дополнительно делать ничего не нужно. Вот. Опа, гаком зацепил, видите, металлоконструкцию. Помосты стоят для рабочих. И вот он, кран отводить стрелу начал, и гаком, вот красный, это гак. Немножко цепанул, но это ничего страшного. Работы идут. Вот здесь уже видим, дополнительные опоры уже отошли от поддержки пролетных строений. Это говорит о том, что между собой они уже соединены и стоят уже на постоянных опорах. Вот здесь нивелиром пользуются рабочие, что-то смотрят там. Ну и вот, вот здесь все у нас красивенько, все четко. И вот мы с вами подошли к первому стапелю, это стапель поворотной надвижки, эта надвижка огибает мыс Акбурум. Напомню, здесь вот только-только вот двинули оба направления сейчас. И вот мы смотрим, видим, как раз мы с вами попали, упоры переставляют это, вот эти металлоконструкции, в которые упираются домкраты. Как раз с одной стороны упираются в пролетные строения, они стоят на скользунах, а вот эти упоры, они устанавливаются на опорную раму, крепятся жестко, и домкрат упирается в него. Вот на дальнем плане, видите, синего цвета, вот это и есть домкрат. Такие мощные домкраты, и приводят в движение все пролетные строения металлоконструкции. Напомню вам, сейчас на этом стапеле пролетные строения остановились на опоре 272. Осталось там, сейчас мы с вами посчитаем, сколько пролетов до морского стапеля. И вы мне напишите. Вот они, рабочие уже окончились, дело гуляй смело. Видим, упоры стоят уже на месте. Смена подходит к концу, они сегодня хорошо потрудились, додвигали пролетное строение до 272, и можно чуть-чуть, я так понимаю, чуть пораньше пойти домой. Ну, это обычная традиция, если вот такие серьезные работы и сделаны хорошо, качественно и в надлежащие сроки, то можно чуть-чуть и пораньше там на часик отпустить людей домой. Но это я предполагаю только. Обычная такая практика. Но здесь может такого не быть, потому что все-таки мост такой большой, значимый объект. Хотя всякое бывает. Но, как говорится, мы вот с вами это увидели. Смотрите, сколько людей, строителей непосредственно на самих пролетах сверху. Вот
в корыте вот этом, где будет уложена рельсошпальная решетка, вот что-то там ходят, смотрят. И вот, собственно, мы подошли, вот как раз видим 272-я опора, и на ней заканчиваются пролеты металлоконструкции. Это вот вчера, сегодня все это двигали, я бегал, снимал, одно место вмыли. Ну, я вижу по отзывам, дорогие друзья, вам все это понравилось. Ну и хорошо, значит, бегал не зря. Ну, а вот мы подошли, здесь вот еще на этой опоре скользоны не стоят. Зато вот он умаялся, бедолага, вы видите, пятой точкой сидит на ригеле, облокотился на подферменник и смотрит вдаль, мечтает о светлом будущем. Ну, а мы переходим с вами на другую точку, вот она эта опора опять, здесь уже люди работают, посидел, перекурил немножко и вперед из песни «На новые трудовые подвиги нас зовет страна». Вот она эта опора как раз, видим, там катерок ходит, вот рабочие что-то там делают, здесь уже вот все, скользуны стоят, это 267-я опора, и вот мы подошли с вами к стапелю, к морскому стапелю, который уже напрямой и толкает непосредственно к аркам. Здесь тоже вчера была произведена надвижка. Сейчас мы это с вами увидим. Как раз была произведена надвижка таманского направления на 255-ю опору. И здесь, получается, осталось два пролета таманского направления и три пролета пока крымского направления. Вот балкер, гляньте, какой высокий. Все нормально, прошел без всяких проблем. И, как я сказал, крымское направление три пролета еще осталось, а таманского 2, 255-я опора приняла первый пролет таманского направления. 254-й у нас сейчас в работе, и там усиленными, ускоренными темпами ставят опалубку подферменников. Как я и предполагал в предыдущем видео, что начали ставить опалубку. Здесь, сейчас мы это с вами четко увидим. Как мне написал один, я уже говорил, многоуважаемый зритель, готовит бадью. У нас, мы их называли колокольчиками, кубовую бадью, красит ее золотой краской. И на солнце она будет блестеть, как золотая. Когда позовут журналистов показывать все это событие, заливку подферменников, последний, вот она, 254-й опоры, она будет блестеть как золото. Хотя есть пословица: не все то золото, что блестит. Но к данному моменту, к торжеству событий, это не относится. Момент знаковый, момент хороший, момент увлекательный. 595 опор во всем мосте, и автомобильный, и железнодорожный. И вот она, 595-я опора, или 307-я не по номеру, а по счету. Последняя опора. И вот мы четко с вами видим, как устанавливают опалубку на подферменнике. Поэтому немного я здесь задержусь, дорогие друзья. Видим с вами мы исторический момент армирования и установка опалубки подферменника. Это, можно сказать, заключительный этап в строительстве любой опоры. Затем демонтаж опалубки. Ну, конечно, установка опалубки, заливка бетоном, затем схватывание, демонтаж опалубки, установка скользунов и, как говорит пословица, вперед из песней. Вот она, 254-я опора. И здесь вот видим кусочек, мы с вами увидели, металлоконструкции на 255-й опоре. Два пролета как раз с этой стороны. Вот меня многие спрашивали, что вот это на переднем плане за островки. Это площадки для геодезистов. Там находятся реперные точки. И они идут по всей длине моста. Как раз вот с этой стороны. Ну а здесь мы видим кранцы на 252-й опоре уже полностью установлены. Вот черненькие такие плиты. Это для смягчения удара. Устанавливаются эти конструкции для смягчения удара при швартовке судов. Кранцы. Но в простонародье кранцы заменяют с легкостью старые бэушные шины, покрышки автомобильные.
Ну, а здесь, конечно, их не повесишь, и эстетика, и долгая служба, поэтому вот здесь такие конструкции. Ну, а мы смотрим с вами на арку, я все там высматриваю людей, какие там работают, какие прокладывают там кабели коммуникации и прочих, там их очень много. Вот три из них стоят, обсуждают перспективы и сроки строительства, и планы на будущее. Как говорится, пятилетку за 3 года. Вот они стоят на краешке железнодорожной арки, которая весит 6000 тонн. Напомню вам, лестничный ходок, вот видите, идет рядом вдоль всей длины арки. И там спокойно перемещаются люди. Движняк там был несколько дней назад такой. А, вот как раз и они. Мы с вами и смотрим, чего добивались. Вот кабелек подтягивает один. Хорошо видно, да? Сейчас к нему придет на помощь второй. А на дальнем плане, видите, со свистом пролетают автомобили. Всякие и разные. И легкие, и тяжелые. Автомобильный мост открыт. Больше 2 700 000 уже проехало с 16 мая. Вот второй идет на помощь. Один не справляется, надо второго. Третий стоит на подстраховке. Ну и вот оно все это великолепие, дорогие друзья. 35 метров над уровнем моря. Ну а мы с вами идем дальше, посмотрим с этого ракурса. Здесь тоже вчера была надвижка. Вчера вообще был день, вчера день и сегодня ночь. Это дни надвижек были. Вот видите, на переднем плане вот эти площадочки по всей длине моста идут. Здесь вот уже скользунчики стоят на опорках, на подферменниках, и здесь все. И вот он, видите, надвижечка тоже произошла. Крымское направление 242 плюс половина, а таманское направление вот 241 плюс половина. Только вчера таманское направление сравнялось с крымским, было 241 плюс половина, как сегодня опять крымское направление вырвалось вперед на целый один пролет. Теперь здесь будет небольшое затишье несколько дней. Самое вероятное, что на морском стапеле могут двинуть крымское направление, а так на других стапелях пока будут укрупнять сегменты. Хотя сейчас строители делают это очень быстро. Вот на заднем на заднем плане плавучий кран стоит, с которым у нас не очень хорошие ассоциации, но время прошло, все подзабылось уже. Теперь он приносит людям и мосту пользу. Вот она на острове Тузла, видите, он вдалеке, здание с зеленой крышей. Какой-то хозяйственный комплекс. Сейчас там, наверное, строители размещаются. Больше пока про это ничего не могу сказать, потому что на остров Тузла доступа нет, да, впрочем, как и на весь мост. Но мы смотрим с вами дальше, идем, посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас близок-близок Таманский берег. И вот как раз хорошенько все видно здесь, как мост делает изгиб и выходит на берег Краснодарского края. Ну а мы с вами опять видим наши емкости. Это я вчера назвал порт Волна. Конечно же, это поселок Волна, в котором находится порт Тамань. Глубоководный порт Тамань находится рядышком с поселком Волна. Вот он, видите, заезд и съезд на мост. Рядышком идет железнодорожный. Хотел посмотреть, здесь составы ходят уже там, рихтовочные машины, подбивочные машины, поезда со щебнем на подсыпку. Ну а вот сами эти, собственно, емкости, на которых мы любим заканчивать свои очередные отчеты. Что я и делаю, дорогие друзья, и говорю вам до свидания. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, кому понравилось очередное мое видео. А кому не понравилось, хотя это не может быть так
Делаем то же самое. Смотрим и наслаждаемся. До свидания, дорогие друзья. Всего хорошего. До новых встреч в новых обзорах.